Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня у нас будет сногсшибательный дуэль против самого настоящего разработчика Standoff 2. Просто, ребята, я прямо сейчас захожу в профиль, чтобы понимали, это настоящий клан Excelbolt. Я реально с ним познакомился, разобщался, обалденный парень, он программист, и он программирует наш с вами любимый Standoff. Ну что же, ребята, погнали, прямо сейчас посмотрим, какие же скины есть у разработчика, потому что вам с ним интересно. И после этого будем играть с ним дуэль. Пожалуйста, прожмите за это лайк, подпишитесь на мой канал, погнали смотреть, что же там такое интересное. Первое, что я вижу, это КРТХ. Вот моя женщина. Вот это люди живут. Панишер, охренеть. Да, ребят, походу разработчикам вообще зарплату платят скинами. А вот это нахрен АВМТХ разработчика. Я просто в шоке. Дальше смотрим, это дигл разработчика. Нифига себе, им что, реально зарплату скинами платят или как? Давайте я у него спрошу. А вам зарплату скинами платят? И притом посмотрите, он только что скинул мне G22 статрек, но при этом у него дефолтный G22. Как он это делает, я хз. Но это, ребята, разработчик. Он пишет, у нас все есть. Ну еще, go, пишу, go, пост, напишу, go. Продлить. Он продлил разминку. Кир Голд, обалдеть. Керамбит Голд, это просто перебор. Пожелать мне удачи, вот его ID, Dev29. Все, пацаны, просто погнали. Раунд номер один. Я очень надеюсь, что я выиграю, потому что, ребят, я не знаю, это разработчик, он знает все баги, все прострелы, он знает все. Я не знаю, вдруг начинаю, если я напишу консольную команду, типа, Кента пока нуб галимый, хедшот он. И все, у меня будет один хедшот летит. У него, по-любому, будет тэк-9, я в этом уверен, потому что я уже с ним играл. Темочки пока что пусто. На лангу тоже пусто, ё-моё, ха-ха. Блин. Не-не, а! Бро, нормально же общались. Так, я вижу, 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 вижу. Я вижу на минимапе. Скорее всего, буду обходить, не? Да! 1-0, первый раунд за мной. Возьму его дигл. Ничего себе. Не, ну дигл, я крутой, братанчик, но у меня тут статрек. У меня то покруче. Так, лучше посмотрим. Я, ребят, все могу брать эмочку, эмочку. Статрек, да-да-да. А у него нарушена экономика, все, что он может себе купить, это, скорее всего, only Tech-9 или какой-то дешевый дропаж. Максимально потеем. Аккуратно. Мать моя женщина! Охренеть. Вот именно сейчас, в третьем раунде, он себе-то и купит свой АКР. И он реально с АКР играет очень хорошо, потом, ребята. Вот прямо сейчас мне придет полная задница. Так, все. Так, все, поехали. Счет 2-0. А может его запушить, как идея? Вот так чисто взять. Вот, вот, вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Страшненько. Очень страшненько. Мне вот интересно, где он? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Братанчик! Ну мы что без меда-то играем, ёханый бабай! Эх, ребят, ребят, вот так вот мы урыли разработчика. Мы урыли разработчика. Короче, смотрите, я ему сейчас дам небольшую фуру, я возьму М40. Я с М40 вообще играть не умею, но давайте попробуем. Поехали играть! Так, ну что ж, куда ж ты пошел, а? Блин. Ребят, а вдруг он мне даст бан после этой дуэли? Блин, это будет реально неприятненько. Надеюсь, я бан не получу, а то Кента ПК кинет обидку. И куда бы мне пойти? А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут никого не мало. Реально, где он? Алло, разработчик, ты где? Он тут. Вот вы полный рудеток, снимки, он только остался с ним, не, ну пацаны. Пацаны, ну я просто взял М40 и говорит, пошла жара по трубам, хэштег и паника, хэштег удачи и хэштег поехали. Не, ну ребят, говорится, разработчик разработчиком, но с вами-то сидит киберспортсмен, правильно, правильно. Ребята, тем временем счет 4-0. Короче, я предлагаю, просто бежим и делаем вот так. А он взял ВМ, он взял ВМ. Не, ну это будет позор, помереть от разработчика. Меня... А я возьму обратно М40, а вы-то что думали? Зачем разработчику покажем? Как-то долго выпускать обнова, сейчас мы покажем. За то, что у меня в интересах падает плохой дроп. Сейчас мы с ним разберемся, почему в спинах из 100 спинов мне ни разу ножичек там-то не выпал. Сейчас за все люди. Поехали, поехали. Опа, никого не...
Так, починай аккуратненько. Да, не, ну это было слишком по-читерски. Ты чё так наэк взял? Надо как настоящий мужик до конца на веб... Разработчик, ты чё сделал? Я напишу. Ау, читы выключили, Разработчик щиты включил. Напишу, я под карту провалился. Я под карту провалился, охренеть просто. Уважаемый Инсаф, вы что делаете? За что мне так? Я вам ничего плохого не делал. Почему я провалился под карту-то, трындец? Я даже не вижу вообще карту Синстоун. Посмотрите, что у меня с рукой, ребята, как рука колбасит-то. Ё-моё. Я падаю в какую-то черную дыру. Алло, 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 а где вообще Сэндстоун, хоть кто-то видит? И тем временем, счет 5-2, не, ну я считаю, это минус раунд, это же я провалился, не он, поэтому, ребята, это минус раунд, я раунд отдаю, это 100%, то есть даже не оговаривается, потому что я провалился под карту. Давай, давай, Инсаф, ну молочи ты меня, молочи, как, ну, бавали, ну, вот, а наш с вами разработчик стоит где-то на базе ФКшита. Молодой человек, вы-то совесть-то имеете? Понял. Вопросы отпали. Короче, я беру AVM Sport 2 и скажу так. Разработчик, готовься. Пишет скам. Ох, братик, ты еще узнаешь, что настоящий скам. Это когда кент пока на узлом тебе прострелили через всю карту. Вот это скам. Вот если бы сейчас попал бы, было бы скам. Или сейчас. У него тоже АВМ. Это трындец. Да ну нафиг. Не, ну говорится, опа, не пробьешь, но попытки были 6-3. Отправили разработчика обратно, говорится, в Axelball Studio. 6-3. Ребята, вы просто обязаны поставить на эту долечку лайк, потому что если вы наберете много лайков, много подписчиков, у меня почти 1 миллион подписчиков, почти по-братски, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Так, ну что, по... Ну, я думаю, надо брать обратно АВМ, потому что, ну, надо показать, кто тут настоящий АВМ-мастер. Ребят, вы же меня знаете, я с АВМ играю, блин, ну, прям как скилл. Инсаф, не надо! Ну ты читер! Так, все, ребят, я понял, что, кажись, я черечью разофанился. Надо просто взять еще 2 раунда и извин, так? Прикиньте, он сейчас меня прострелит, это я обалдел бы. Так, ништяк. Ну что, чекаем все позиции. В доме его нету. В тёмке его тоже не вижу. Но мне кажется, тут где-то будет, не? Ой, как страшно. Мать у нас женщина. Ух ты, блин. Так, ребята, где он? Отвечай, где он? Талак, Инсаф, братик, ты где? Талак, Инсаф, братик, ты где? Я... Ну что, братик? Давай, последнее слово. Ну что, братуха, мне выпадет ножик или нет? Куда собрался? Карту захотел взять. Не, братик. Опа. Ой-ой-ой. Да не, ну это как консольная команда на им. Ну... Это нереально, что только у вас залетало, поверьте мне, это просто нереально. Как? Больше кента ПК не подается, я играю на всю силу. Все. Хэштег поехали, хэштег полетели. Да твою дарю, разработчик, отстань! Он специально издевается надо мной, напишу. За что? Напишу, я опять провалился. Провалился. Разработчик тупо меня рофлит. Ну просто скажи, за что? Ну я же ничего тебе плохого не сделал. А что это? Матч начнется, а что это? Он приспустил раунд! Поехали. Разработчик чисто меня рофлит. Ох! И камера не приближается. Чё-то как-то все это очень странно. Кента пока дофанился. Счет 7-7. Разработчик. Что происходит? Не страшно. Кента ПК выиграл на разработчика! Опа! Ну что, ребята, выиграла АВМ ТХ! Подпишись!
подпишитесь на мой канал, потому что это была реально какая-то мега эпичная дуэль. Разработчик меня троллил все время. Просто прожмите лайк, напишите либо хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК и разработчик. Давайте я прямо сейчас еще раз приглашу лобби, чтобы понимали, что это не фейк. Можете сами перепроверить. Вот. Я его еще раз, ребятки, приглашаю в лобби. То есть это реально настоящие разработчики. Это просто трындец какой-то. Ну что ж, дамы и господа, с вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.